На заседании ознакомились с развитием казачьей культуры в республике и ее роли в патриотическом воспитании детей и молодежи. Комитетом по образованию нашего города ведется работа по взаимодействию образовательных учреждений с городским казачьим обществом «Удинский острог» по вопросам возрождения, популяризации традиций и самобытной культуры казачества. Общая численность детей, охваченных казачьим образованием в 2017 учебном году, составляет 278 человек. В патриотическом воспитании предложено не ограничиваться только рамками учебных заведений. Если есть такое стремление, то мы тоже будем двигаться в этом направлении и с руководством воинских формирований, находящихся дислоцированных на территории республики, тоже можно говорить-то. Для того, чтобы выйти на Министерство обороны. Если у нас есть желание, есть люди, которые можно... Ну, давайте с малого начнем, хотя бы роту казачью закомплектуем. Мэр Улан-Удэ заверил казаков, что им будет оказана полная поддержка, в том числе на вышестоящем уровне. Конечно, все в основном делается на вашей личной инициативе, на вашей самостоятельности, на инициативах, которые они рождаются где-то внутри. Поэтому надо искать общие точки зрения. Надо вместе выходить с вопросами, которые будут касаться законодательных инициатив. Сформулируйте для нас принципиальные вопросы, то, что может лечь в основу законодательной инициативы. Тогда мы за это дело возьмемся и будем продвигать на уровне республики, на субъектовом, на уровне на федеральном. В завершении встречи казаки в знак добрых намерений вручили мэру Улан-Удэ устав казачьей чести. Садном Ирдынеев, Евгений Павлов, Новости дня.